В Калининском районе Чебоксар расцвел сад сакуры. Возле универмага «Шубашкар» расположились 25 торшеров в форме японских деревьев. Наша съемочная группа уже побывала на этом месте, а также выяснила, что еще подготовить для жителей Новоюжного района к Новому году. Сакура зимой – явление для Чебоксар не новое. В прошлом году такие переливающиеся деревья появились в Кадетском сквере. Они так приглянулись горожанам, что администрация Калининского района решила расположить такие же световые композиции и через дорогу. Почти каждый день, когда есть свободное время, я прихожу сюда играть после школы. Вот. Мне нравится то, что тут появились новые фонарики, они очень красивые. Также проспект тракторостроителей украсила елка с гирляндами, тающие сосульки. Игорь Наумов специально привел свою дочь Леру, чтобы поближе разглядеть 15-метровое чудо. Каждый день едем в садик, она смотрит и кричит: в машине елка. Уже поставили, нарядили парк красиво для жителей города. Если отойти подальше еще на несколько метров, то можно заметить инсталляцию, которую переместили с территории залива. Также в декабре сюда переедет квартет снеговиков и появятся новогодние торговые домики. С 31 на 1 будет новогодняя дискотека у центральной елки. Мы приглашаем всех горожан прийти вместе с семьями, встретить Новый год. Здесь будет весело, будет праздничная программа, здесь будут шашлыки, здесь будет чай горячий. Концерт чувашской эстрады. Добро пожаловать. На территории Калининского района световыми гирляндами украсили более 300 деревьев, а также установили искусственные ели на круговых перекрестках. Татьяна Самсонова, Екатерина Янгалакова, Вести, Чебоксары.